Оказалось, певец по-прежнему считает Примадонну родным человеком. Филипп Киркоров впервые раскрыл любопытные подробности взаимоотношений с Аллой Пугачевой после развода. Оказалось, что даже после болезненного расставания, пара была вместе с 1994 по 2005 год. Филипп Бедросович продолжает считать Примадонну близким человеком, мнению которого он всегда прислушивается. «Помню, как Алла Пугачева объявила меня как молодого артиста с болгарской фамилией. Но тогда, конечно, я и подумать не мог, что стану ее мужем. За все эти годы столько у нее взял и столькому научился, что понимаю Аллу даже без слов. Если она приходит на мои концерты, если смотрит, слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни как творец, как музыкант. Она для меня – незыблемый авторитет, единственная в профессии, к чему мнению я прислушиваюсь. Оно для меня очень важно. Независимо от статуса наших отношений. У нас ничего не поменялось, мы родные и близкие люди», – сказал Киркоров на гала-ужине по случаю оглашения номинантов музыкальной премии Муз-ТВ, слова исполнителя приводит издание «Дни.ру», комментируя информацию о том, что Алла Борисовна даже не появилась на устроенном в ее честь концерте в Крокус-Сити-Холле. Киркоров подчеркнул, что на самом деле Примадонна внимательнейшим образом следила за мероприятием, пусть и на расстоянии. Она следила, волновалась, знала, какие песни поются, как публика их встречает. Но быть она там вовсе не обязана была, это же подарок, сюрприз, заключил Киркоров.